Знаете, мне сегодня больше всего тревожно за наших детей, которые пошли в школу, увидел некоторые нарушения, слово так, в кавычках некоторые, а так системные нарушения, потому что, ну, и взрослые ходят без масок. Я вообще рассматривал в течение 2 недель посмотреть, как произойдет обучение в целом. Я понимаю, что не нужно карательных мер, но мы должны все понимать, что сегодня вся мировая общественность живет по этим правилам. Маски, дистанция, личная гигиена. Все, но это мировое правило.